Так, начал разделывать лосиную почку. Вот. Вот в ней такая вещь. Кожицу, под кожей была жидкость. Тут такое, как бы, не знаю даже, как назвать. Такой вот, вроде на вид обыкновенно, как бы, почка, в принципе, выглядит нормально. Не знаю, что такое. Кто может сказать? Не понимаю, первый раз я вижу такое. Почка вроде неплохо выглядит. Вот есть какие-то пятнышки. Вот тут пятнышко, но это оно уже лежит у меня как бы давненько. Вот в морозильнике, может, не знаю. Ну вот первый раз я такое вижу. Что такое? Почку, конечно, мы эту выкинем. Ну как выкинем, что, скормим? Здесь живут на этом, съедят. Я думаю, для них это не страшно, но я такую почку есть не буду. Одна хорошая, а другая вот такая. Так что, что такое? Кто может сказать, отпишитесь. Первый раз я такое вижу. Лосиная почка от зарослого лося. И вот вроде лось здоровый, печень хорошая, ну все хорошее. Вот одна из почек какой-то дефект, или как правильно его назвать. Так что вот такое встречается, оказывается, у лосей. Не знаю, что это такое.